Ра-ра-ра. Образ богатой мамочки в новом треке «Ра-ра-ра» от Даши. Эпатажной скандальности, много денег. Очень много денег. Так кратко можно описать то, как видит себя инстасамка в этом треке. Что тут сказать? Об образе можно спорить бесконечно, но факт остается фактом. Даша одна из самых эпатажных, обсуждаемых исполнительниц нынешней русской хип-хоп сцены. О, ну давайте разберемся. Давайте разберемся. Ра-ра-ра, прот, рил, манекен. Ну, let's go. Не, мне вот реально, мне очень понравился трючок. Блять, вот прям пушечка. Так, ладно, давайте. Ра-ра-ра. Ра-ра-ра. I wanna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa, bitch. Я трясу задом, задом. I wanna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa. Я трясу задом, задом. Я хочу быть той сукой, кого хочет весь мир. Быть той сукой, кто имеет весь жир. Быть той сукой, что захватит эфир. Быть той сукой, с кого в шоке кассир. Я есть та сука, кто имеет мани. Это что за панчлайн, блядь? Сука, блядь, быть той сукой, что имеет кассир. Это, видимо, блядь, где этот мем, где кассирша падает? Сейчас. Рыбня ли... Во, вот этого. Во, когда услышала инстасамку, друзья. Что? Сука, я хочу быть в шоке, кассир. Просто, блядь. Нет слов, нахуй, Даха. Продолжай, нет слов. Я та сука, которая срет деньгами. Я есть та сука, кого ты видишь в экране. Ра-ра-а-а, я твоя мами. I wanna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa, bitch. Я трясу задом, задом. I wanna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa, bitch. Я трясу задом, задом. Я гоню на Феррари, I say ra-ra-ra-ra. Жду hello, это шмаря. Да-да-да-да, bitches, бла-бла-бла-бла. Мами, за-за-за-за. My dog face in Snapchat, поцелуй мами. Он хочет, чтобы я make wow-wow-wow-wow. Если я хочу это, то я плачу без нал. Я деньги не считаю, если ты не знал. Bitch, если ты не знал. I wanna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa. Я трясу задом, задом. I'm gonna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa, bitch. Я трясу задом, задом. I'm gonna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa, bitch. Я трясу задом, задом. I'm gonna ra-ra-ra, make a ra-pa-pa, bitch. Я трясу задом, задом. Ну, если без звука слушать, то еще нормально. Не знаю, не возникло у меня желания трясти задом, согласен, под эту песню. Как-то вот не нашел в себе этого. Ну, не знаю, неплохой трек, но второй куплет уже реально вымученный. Первый был прикольный. И, конечно, про кассира панчлайн. Но вот один панчлайн, да, спас песню, как панчлайн про гоблина у Моргенштерна. Но все-таки, блядь, второй куплет прям реально уже вымученный. Там какие-то паузы, пустоты, вот эти вот что-то там, если ты не знал. Ну, реально, видно, что, к сожалению, лирики немножко не хватило. Ну, прикольно, но похуже обычных треков инстасамки. Реально, не такой кочевый. Хотя, мне кажется, припев неплохой. Припев неплохой, но как будто ему, как это не абсурдно, в случае с Дашей инстасамкой не хватило какого-то жира, да, какого-то навала, вот, чтобы разъебать. Может быть, картавая ра вот это вот не зарешала, скажем так. Но мне что-то не хватило, реально, мне не хватило. Поэтому под этот трек жопой трясти не буду, сори. Ну, не так, да, не джуси цыганка, реально. В этот раз не джуси цыганка, к сожалению.